Уважаемые телезрители, надеемся, что этот вечер у вас начинается так же трогательно и тепло, как у нас в телекафе «Вечерний Витебск». Привет, Иван. Всем добрый вечер, Юля, рад тебя видеть. Предлагаю этот вечер начать как традиционно, да, неделя завершилась сегодня. Ну, почему бы и нет? Да, трудовая неделя завершилась, впереди еще выходные, но какой была пятница, по мнению интернет-аудитории, да. Интернет-аудитории, давайте узнаем. То, о чем писали сегодня, что комментировали. Итак, первая новость и небольшое видео мы сейчас
сейчас даже покажем того, как это все происходило. Театр «Лялька» вместе с МЧС поставил спектакль со спецэффектами. Значит, в сюжете этого спектакля заложена очень опасная история о непослушной девочке, которая решила подружиться с огнем. Весь спектакль интерактивный, ну а с другой стороны, как ребятам еще объяснить, чем грозят игры с огнем? В школе все-таки, наверное, скучно об этом слушать, ну а здесь дети смотрят спектакль, и все то, что происходит на сцене, для них это лучший урок. Премьера уже состоялась, но постановка «Мой надежный друг 101», похоже, останется в репертуаре театра надолго. Вот когда, например, я учился в школе, я не помню, чтобы меня, например, обучали пожарной безопасности вот таким способом. Тебе, Ваня, хочу сказать, что вообще сотрудников МЧС можно только похвалить за то, какими изощренными, творческими, необычными способами они пытаются достучаться до детей, до взрослых, в принципе, тоже. И с каждым годом их какие-то проекты все креативнее и интереснее. Молодцы. Да, все поражают и поражают. Приближается Новый год. Обычно к приближению этого праздника мы говорим о каких-то благотворительных акциях. Так вот, новогодняя елка желаний, уже все знают, акция традиционная. Да. И в этом году ее повторят. С 16 по 28 декабря она будет проходить. И заключается в том, что в крупных торговых центрах на новогодних елках размещают фотографии детей из детских домов. И под каждой фотографией есть желание этого ребенка. И все посетители торговых центров, просто проходя мимо, могут подойти. Да. Но нужно просто найти волонтера, который там есть рядом, чтобы он объяснил, как это происходит, и можно исполнить потом это желание. Да, я думаю, что это такая акция, которая будет продолжаться и продолжаться, потому что каждый год потом по итогам, я знаю, что детям проводят очень большое мероприятие, праздник, когда эти подарки вручают. Да, вручают, конечно, да. Это приятно. В общем, каждый из вас может стать Дедом Морозом для хорошего мальчика или девочки из детского дома. Юля, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь была в библиотеке ночью? Не доводилось. В ночное время? В ночное время ни разу. Но ночью они, ты читаешь как бы ночью иногда. Обычно, ну, да, ночью зачитываюсь, бывает, но обычно же ночью библиотеки закрыты. Да, тем более, что можно ночью там делать, правильно? Ну, логичный вопрос. Так вот, в Витебском государственном университете в научной библиотеке прошла «Библионочь». В научной библиотеке? В научной библиотеке «Библионочь». На всякий случай к религии это не имеет никакого отношения. Значит, все гости могли поиграть в настольные игры, потанцевать, поучиться фехтованию, разгадать литературные шарады, попробовать блюда разных стран, но про книги здесь ни слова. Вот вам, пожалуйста, и библиотека «Библионочь». Ну, может быть, в перерывах что-то взять с полки, почитать? Меня сейчас немножко даже настораживает, что сейчас, чтобы завлечь кого-то в библиотеку, нужно устраивать дегустации, какое-то шоу, какие-то акции. Ну, и сейчас много информации, много возможностей, много интересных мест, где можно провести время. И действительно, не говоря уже о том, что есть электронные книги, и книги в открытом доступе везде можно и купить, но чтобы прийти именно в библиотеку, библиотекарям тоже приходится на какие-то креативные проекты придумывать. Значит, изощренно что-то такое придумать. Ну, это интересно. Да. В общем, вот о чем сегодня писали, что комментировали. Ну, и нашу программу так необычно массово начали сегодня ребята. Я думаю, что самое время, наверное, поговорить о них, вообще, что это за коллектив, и познакомиться. И откуда они к нам приехали. Да. Будем знакомиться. Это «Вечерний Витебск». Мы начинаем. Этот вечер мы начали с очень большой радостной улыбки. Сегодня его открывал у нас коллектив, который называется «Смайл» Лёзнинского районного центра культуры. Рядом со мной сейчас его руководитель Цыганкова Евгения Александровна. Рядом с Ваней на диванчике устроились ребята. Скажите, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Очень массовый был номер, но все ли ребята, которые в вашем коллективе смогли принять участие в нем? Нет. Мы можем уместить всю вашу огромную улыбку, весь ваш «Смайл»? К сожалению, даже наш танцевальный класс с трудом вмещает весь наш коллектив, нас 26 человек, вот, и дети растут, они меньше не становятся, поэтому, ну, вот сегодня просто мы представили наш самый любимый номер, в котором вот принял участие 12 человек, да, то есть это почти половинка нашего коллектива. Ну, вот, номер, песня достаточно, ну, для молодежи, для детей такая своеобразная, да, то есть не совсем, скажем так, современная, и военная тематика, и такая трогательная мелодия. Почему самый любимый танец именно этот? Ну, я скажу, что военная тематика, наверное, актуальна, ну, во все времена, особенно вот для
мальчишек, и мальчишек любого возраста, да, вот в коллективе танцует мой сын, и я не знаю, насколько им была именно вот эта песня и танец, но то, что они надели костюмы военные, да, то есть это было для них вообще огромным впечатлением и, ну, удовольствием, скажем так, вот примерить на себя все это. Ну и роль примерить в танце, я тоже думаю, что они с удовольствием это сделали. А давайте у них спросим, почему вы так любите именно этот танец? Микрофончик, пожалуйста, говори, пожалуйста, микрофончик. Потому что он на военную тематику. Нравится, да, интересно? А мне интересно, можно кому-нибудь из девчонок передать? Чем вам нравится этот танец? Может быть, не знаю, вам нравится кружиться в танце, может, вам нравится музыка, может, вам нравится, когда столько внимания со стороны мальчиков. Расскажите. Ну да, вы правильно сказали, что нам понравилась мелодия, прикольные, реально классные костюмы. Действительно, прикольные, да. И, наверное, все хотели в этом танце участвовать. Все хотели, но, к сожалению, наша студия не может просто всех вместить. Слушайте, вот сказали про костюмы. Очень-очень похоже на ту форму, которую носили в советской армии, но я так подозреваю, что таких размеров тогда не было. То есть это специально для них пошили. Кто шил? Как у вас появляются как это, да, как они появились, костюмы? Ну, вообще, идеи костюмов у нас нет костюмера, к сожалению. Я вот все своими руками. Еще только шить не умею, да, а придумать я умею. Найти ткань, то есть это все моя ответственность. Ну, костюмы для мальчиков мы заказали в интернете, а для девочек придумали, пошили, все сами. Да. Вообще танец родился к какому-то празднику, вы готовились? Да, безусловно, это 9 мая, День Победы. Идейным вдохновителем был наш руководитель Татьяна Алексеевна Шульган. Это руководитель отдела идеологии и культуры. То есть мы с удовольствием поддержали, вообще не жалеем. Как-то, ну, танцу уже почти 2 года, и когда мы только это сделали, они еще были такие маленькие, и это было все так... Скажите, а костюмы вы не стало за год? Или вы на вырост заказывали? Расскажите нам. Да, мальчики уже сменили, у них уже вторая форма. А какие еще интересные такие номера любимые у вас есть? Какая тематика вам интересна? Это в основном патриотическая или есть разные? Нет, безусловно, мы работаем в эстрадном направлении. Почему? Потому что эстрадное направление, ну, в себя включает много жанров, а дети в этом возрасте, они любят разнообразие. Вот они не любят, да, вот одно и то же. То есть, а эстрада – это разнообразие как жанров, так и костюмов, так и настроения. Я не знаю, и какое-то актерское мастерство тоже, то есть они на себя разные примеряют образы, то есть, ну, это вот то, что интересно сейчас детям в этом возрасте. А давайте сделаем маленький опрос. Какой ваш самый любимый образ в танцах, который для вас придумывает Евгения Александровна? Ну, давайте по очереди. Круче всех. Круче всех? А что там за образ, расскажи? Мы пока что еще, ну, не сказали нам, какие, но мне танец очень нравится. Какие? Давайте скажем детям, какие там будут образы. Ну, я думаю, что как бы это уличное направление. Да, то есть это массово, они танцуют там все. Они действительно чувствуют, что они круче всех, там и мальчишки, и девчонки. И пока они еще не танцевали, вы же понимаете, предвкушение это самое вкусное, поэтому я думаю. А, то есть они только репетировали, но еще нигде не показывали. Да, у нас еще примеры не было. Все, понятно теперь. Хорошо, передавайте микрофон. Интересно узнать, может, кто-то любит что-то, какой-то другой танец. Пожалуйста. Который уже показывали. Ну, у нас, наверное, у меня самый любимый танец – это, ну, вот этот, который мы сейчас танцевали. Который только что был? Да. Так, хорошо. Ну, потому что мы очень любим его и... Скажи честно, проще всего танцевать или нет? Ну, не проще. Не проще? Сложный танец? Ну, просто я никак не умею, я вообще не умею танцевать. Ну, вот тебе... Ваня даже вот так бы постоять, как мы стояли ручки назад, ему это тоже будет сложно. Мне сложно. Ну, сначала было тяжело, а потом уже легче. А вот потом, это когда? Вот сколько ты танцевал, когда тебе потом уже стало понятно, просто, когда ты перестал сбиваться и ошибаться? Ну, приблизительно не знаю, но где-то
Через две недели. Через две недели? А, ну все, две недели всего, практики, да. И все хорошо. Потому что я четвертый год пытаюсь, у меня ничего не получается. Хорошо, передай, пожалуйста, микрофон, кто еще не рассказывал о своем любимом танце в коллективе. Угу. Мне нравится военная пляска. Это тоже в военном стиле. Стиле. Угу. Ну, там в пляске передается, что все радуются после войны. Ага, то есть там такой, я так понимаю, жизнерадостный, да. Очень веселый, здоровский танец. Да. Угу, хорошо. Мне понравился наш танец «Давай прогуляем школу». Отличное песня... название. Прекрасный призыв, да. Песня такая современная, как и сам танец. В этом танце есть несколько гимнастических упражнений. И такая песня заводная. Очень хорошие у вас, красивые детки. Я так понимаю, что спасибо. Очень талантливые и да. Пластичные. Да, все в них. Как вы подбираете их так много? В принципе, небольшой городок. И собрать столько молодых талантов юных. Ну да, но у нас... Кастинги у вас проводятся нет, стройки? Нет, у нас нет кастинга. Я считаю, что все дети талантливые. Вот. И в том возрасте, в котором они приходят к нам, то есть в этом возрасте можно развить, да, да. То есть кто-то более талантлив, кто-то менее, но я думаю, что все могут прийти, да, к достигнуть цели той, которые хотят. И городок маленький, но правда желающих, как ни странно, очень. То есть вот коллективы конкретно этому уже 4 года, и 4 года все к нам идут, и наш класс не вмещает уже. Вы все расширяетесь, расширяетесь. Мы остановиться, да? Да, не расширяться. Потом я решила, что, наверное, шанс должен быть у каждого. И мы берем, если вот кто-то хочет прийти к нам, вот попробовать именно сейчас, то месяц испытательного срока, да, если ребенок действительно то и может, да, вот. И родители могут себе позволить. То есть у нас вообще главное, мы занимаемся только по выходным. Uh-huh. Вот. И мое главное условие – это... всегда быть на репетициях, а выходные для родителей, ну, иногда они... Ну... А, то есть и родители всегда на репетициях? Нет, ну, привести ребенка, да, то есть они же с раннего, чтобы не пропускали? Да, с маленького возраста. Угу. Поэтому, ну, вот, какой-то естественный отбор тоже происходит. То есть не все выдерживают, кто-то уходит из коллектива, ну, вот кто-то приходит к нам. Ну, да, творческая жизнь непростой процесс, да, сложный. Да. Вот, кстати, вы говорите, что много людей вот, говорят, что вот молодежь нынче сейчас дети, они больше там с телефонами, ничем не интересуются. Вы согласны, нет? Легко ли увлечь танцами? Легко увлечь танцами. Почему? Потому что я считаю, что ребенок, который успевает в школе учиться на отлично, он будет успевать и танцами заниматься, и будет все это делать везде на отлично, да? А если ребенок, ну вот как говорят, ну времени нет для танцев, да, а у меня вот нужно поучиться. Ну, я считаю, что как бы это неправда, да, то есть я считаю, что талантливый ребенок, и ребенок, у которого есть желание, он найдет время для всего. И ну, то, что они сейчас, это же реальное общение, это реальная возможность выйти из виртуального мира, да, и прийти, вот, пообщаться, я не знаю, получить какие-то другие эмоции, отдохнуть даже. Не знаю, ну, у нас три возрастные категории, да, у меня три коллектива. А какой возраст? Это самые маленькие детки? Нет, это средний уже коллектив, самые маленькие у нас 5-6 лет. Ну и вот старшие 13, 14, 15, их тоже достаточно, то есть их там 16 человек, все с удовольствием, всегда на репетициях, с горящими глазами. Вот смотрите, если маленьких детей еще понятно, можно как-то держать, пытаться держать их внимание, привести концентрацию. Привести и все, и танцуешь. Да, и родители привели, и дальше уже никуда не деться. А вот те, которые 15-16 лет, вот эта клиповость мышления, когда все привыкли, что очень быстро все в мире происходит, и как их удержать на репетиции, сколько, 2 часа, предположим, да, сколько вы занимаетесь? Да. Вот 2 часа, они должны повторять одно и то же, пока не доведут это до совершенства. Мне кажется, в современном мире это чудо какое-то, чтобы так долго удерживать подростков. Нет? Нет такой проблемы? Я не знаю, сейчас подростки такие взрослые, и они правда понимают, для чего им это надо. То есть они, многие уже, мои ученицы, они ходят еще дополнительно на аэробику, да, то есть они приходят на занятия танцами, остаются на аэробику, то есть они понимают, для чего. Физическая они хотят красивой хорошей. Физической формы, да, они хотят быть лучше всех, да, то есть, ну, у них есть конкретные цели, и я очень... Мотивированные Да, они дети. Мотивированные, да, все. Ну, и, безусловно, мотивация, то есть они хотят выступать на концертах, у нас это достаточно, они хотят, они понимают, что их много, и... конкуренция есть, да, то есть конкуренция это большое дело для детей в таком возрасте.
Ну вот сказали про концерты. Интересно, а где? Где можно увидеть коллектив «Смайл»? Вот где он танцует? На каких мероприятиях? Ага. Ну, много, конечно же, районных у нас мероприятий. Да? То есть, и, в принципе, я вам скажу, что на каждом районном мероприятии наши коллективы выступают. У нас есть... Главные звездочки, да? Да, у нас есть фестиваль областной песни «Суничных баров». Мы... открываем, то есть этот фестиваль, он уже планируется стать даже республиканским. Дожинки, открытые площадки на Славянском базаре. То есть фестиваль, в Витебск вы приезжаете активно выступать? Да, Витебск, фестиваль «Здравствуй, мир». Вот областной тоже мы ежегодные участники. Надо спросить у артистов, какая у них любимая сцена? Где вы больше всего любите выступать? Дома, в Витебске, на каком концерте? Мне лично больше нравится выступать на родной сцене. Там, ну, не так как бы страшно, как на другой сцене. А как вас учат побороть страх вот того, чтобы выходить на сцену? Есть какие-то секреты у вас? Что вам говорит Евгения Александровна перед выходом на сцену? Когда вы говорите «мне страшно, я волнуюсь». Но такое редко случается. В основном мы все сразу настроены и хорошо танцуем. Все, всегда. Это, значит, предыдущая просто практика, очень хорошая, очень долго много работали. И... Для них, я думаю, важно то, что я скажу после, а не до. А после бывает разбор полетов? Нет, нет, у меня принцип всегда хвалить. Работа над ошибками только в классе, после концерта. И, ну, как бы... Я всегда говорю, что все идеально. Да, хорошо, работа надо. А давайте у ребят спросим. Ребята, а вы между собой обсуждаете, говорите друг другу, кто ошибся, кто плохо станцевал, кому надо поработать над собой? Ну-ка, честно нам расскажите. Ну, нет, такого еще не было. Не было, да? То есть вы очень дружны и никогда не скажете товарищу про ошибку? Да. Ну, слушайте, вы их еще и воспитываете. Молодцы. Нет, воспитывать это не моя задача. Родители все-таки, да? Да, родители, да. Ну, здорово. Прошел День работников сельского хозяйства. Я знаю, да, что у вас в Лёзно был тоже большой концерт. И какое следующее мероприятие? К чему готовитесь? Где вы будете выступать уже в следующий раз? Я не знаю, наверное, уже какие-то новогодние праздники. Новогодние, да, праздники. Какие-нибудь, да, новые танцы? Или, ну, вот ребята сказали, круче всех. Круче всех. Да. Дело за костюмами. Шьем костюмы. Вот. Ну, мы желаем, чтобы у вас костюмы были круче всех, спасибо, выступления круче всех. Спасибо. Успехов вам в творчестве. Спасибо, что заглянули сегодня к нам. А какая у нас ждет культурная программа в эти дни, мы узнаем сейчас из нашей рубрики «Афиша». Ну, а для того, чтобы вам не скучно было ее смотреть, не забывайте про то, что кондитерская фабрика «Витьба» дает всем возможность выиграть приз. Нужно собрать 6 упаковок пирожных «Snow Max», зайти на сайт snowmaxigra.by и отведать вкус удачи. Но сейчас «Афиша». Бисквитный рулет «Мамита» и пирожные «Snow Max» с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Кинотеатр «Мир» представляет исторический триллер «Салют-7». Фильм основан на реальных событиях. Полет к станции «Салют-7» считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Космическая станция «Салют-7» неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Начало показов 13.10, 15.10 и 17.00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на выставку графики Анастасии Гончаровой «Там, где нас нет». Хорошо там, где нас нет. С появлением человека меняется многое, и каким именно образом, зависит от нас самих. Экспрессивная графика Анастасии Гончаровой – это не столько воспроизведение действительности, сколько выражение порождаемых этой действительностью в авторе эмоциональных переживаний. Своим творчеством автор транслирует идею непосредственного эмоционального воздействия на зрителя. Выставка открыта с 11.00. В рамках гастролей Брестского академического театра драмы Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму «Кроводуша и Любов» по мотивам произведения Фридриха Шиллера. История о Золушке столкнулась с жестокой реальностью. Деспотичный канцлер совсем не рад тому, что его единственный сын полюбил простую девушку, не способную обеспечить любимому ни карьерного роста, ни большого приданого. Коварство, подложные письма и обман станут настоящим испытанием для чувств героев.
Начало спектакля в 19:00. Очень теплый душевный вечер в компании гостей наших из Лиозна. Мы проводим телекафе «Вечерний Витебск». Пока новое поколение, так называется эта вокальная группа, устраивается удобно на диванчике рядом с Иваном, я представляю руководителя Ломоносенко Галина Николаевна. Сегодня у нас в гостях со своими детьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Не только вокальная группа «Новое поколение», у вас есть еще и мини-смайлики. Мне сказали, чем мини-смайлики отличаются от смайла? Это наш совместный проект с Евгенией Александровной. Угу. Они еще очень маленькие, мы еще только начинаем. Но мы решили сделать такую, скажем, шоу-группу, вокально-хореографическую шоу-группу. У нее был, они уже год у нее отзанимались, и вот сейчас мы решили так вот, что... 5-6 лет, детки, да, совсем дети, маленькие. Дети, да, есть, да, очень маленькие дошколята, есть начальные классы, да, но там где-то около порядка человек 15, наверное, тоже. Угу. Ну вот мы хотим вот как-то попробовать что-то такое с ней. Вы не очень давно работаете в центре районном, да? То есть вы еще работаете с детьми в другом учреждении? Ну, основная моя работа, да. Я работаю в детском саду музыкальным руководителем. Угу. А как так получилось, что начали работать с районным центром культуры и даже совместно такие крупные проекты начали делать? Ну, вообще моя трудовая деятельность была связана с культурой изначально, после окончания учреждения. Я работала в домах культуры, потом я перешла, ну, несколько мест работы меняла, и везде, где я работала, у меня были коллективы детские всегда. Так мы получилось пели. Или вам самое было интересно именно с детьми работать? Ну, можно сказать так, вначале так получилось, а потом все это стало мне очень интересно, я очень люблю детей, и как-то вот, ну, не знаю, мне нравится очень с ними работать, и именно нравится
ну, именно вокалом с ними заниматься. И у меня был коллектив в одном месте работы, потом я перешла в детский сад, какое-то время у меня не было коллектива. И, вы немножко, наверное, скучали по этой работе, да? Ну, теперь я понимаю, что да. Скажем так, что Сергей Сергеевич, директор Центра культуры нашего, он знал, что я работала всегда с детьми. И знаете как, у нас ведь городской поселок не очень большой, и практически все люди друг друга знают. То есть я знала почти всех детей. Ну, школьников очень много детей, я знаю. Тем более, в связи со своей работой, были в детском саду, да? С детском саду, я не очень долго работаю. Да, теперь, да, приходят дети, которых я знала в детском саду. И, то есть я знаю, что эти дети поют. Я как бы уже их, кого-то с родителями разговариваю, знаю родителей. Тогда вот я, беру себе детей, петь. Здесь мы уже четвертый год. Вот наш коллектив «Новое поколение», четвертый год я работаю в районном центре культуры. А все ребята, которые сейчас вот здесь рядом с нами, они все 4 года с вами или практически, да? Я не могу сказать точно, но не сразу все пришли. Не сразу. Одна девочка, ее здесь нет, она с самого открытия коллектива. Mm-hmm. А все дети приходили постепенно. Кого-то я просила, кто-то сам приходил. Мы попросим детей рассказать о вас. Вот у них есть микрофоны. Расскажите о вашем руководителе. Какая вот Галина Николаевна? Она очень добрая, красивая, трудолюбивая, веселая, да. Строгая? Нет. Точно? Не ругает, помогает там. Если надо что-то, всегда дополнит. А вы, наверное, много репетируете, да? Вот как у вас репетиции проходят? Вот вы приходите на занятия, и что дальше? Когда мы приходим на репетицию, нам всегда Галина Николаевна показывает какие-то новые интересные песни, которые заставляют нас радоваться, веселиться, и она нам очень нравится. Хорошо, а вы сами потом выбираете, вот она вам показывает несколько песен, вы сами выбираете то, что вы хотите петь? Или она говорит, нет, будем петь вот это, и вы все учите? Она говорит, будем петь это, и объясняет. И вы потом... Нравится. А вы когда-нибудь предлагали Галине Николаевне какую-нибудь песню? Вот нравится нам, не знаю, что-нибудь услышали, посмотрели в интернете, по телевизору услышали, приносите, говорите, хотим спеть. Нет, не было такого? Такого не было. Ничего, подрастете, я думаю, будет. А вы готовьтесь. Вы готовьтесь, да, что-нибудь как принесут, как предложат. Нет, был такой вариант. Были, то есть, ведь репертуар подбирается под детей, не каждую песню могут спеть дети, но я-то их уже знаю. Ну, конечно. Но я выбираю, практически, как они правильно сказали, все песни, которые я им предлагаю, им всегда нравятся. Еще не было такого, что мы не будем это петь. Хорошо, знаете. Если они предложат, конечно, если я пойму, что эта песня нам подойдет, значит, конечно, ради бога. Будем совместно формировать репертуар, да? Да. А помимо концертов, уже говорили мы с предыдущими гостями, что очень много разных мероприятий у вас проходят в городке. Я знаю, что у вас появился такой интересный проект, лёзненская версия «Точь в точь». Да. Расскажите об этом проекте, как он появился, что он из себя представляет, и насколько он созвучен тому телевизионному, который нашумел. Я свое мнение могу сказать. Этот проект, он самый популярный из всех проектов, который у нас проходил в Лиозно. Потому что все жители Лиозно хотят заранее купить на него билет, независимо от того, сколько стоит билет и когда это будет проходить. То есть очереди в кассы стоят, скажем так, что да. И очень бурно потом всегда после какого-то тура это все обсуждается везде практически. Просто в этом году я тоже участник этого проекта. Проект у нас очень творческие все ведь работники в районном центре культуры. И есть Жанна Сергеевна Лукина, которая очень любит пародии. Она любит пародии, комедии, она в этом жанре очень ей нравится. И она решила, это уже второй сезон у нас. Это был первый сезон. Это даже не первый, это уже второй сезон. Это второй сезон, И вы, Галина Николаевна, второй раз уже участвуете? Нет, первый. Первый раз. В кого-нибудь уже перевоплощались? Перевоплощалась. Говорите, в кого? Я думаю, что это должно так быть с Мэри Поппинс. Неплохо. А какие еще образы рассматриваются? Только один, да, у вас был выход? Еще был пока один. Вот следующее воскресенье будет второй тур. В каждом туре немножко, номинации. Получается, было стоп-кадр. Я когда была Мэри Поппинс, это был стоп-кадр. То есть из фильмов, да, получается? Из фильмов, пародия, да. Пародия на какие-то фильмы. Да. Нужно показать точь-в-точь. То есть певца, артиста какого-то, чтобы было точь-в-точь, по-серьезному, скажем так. И третье – это пародия, какую-то пародию нужно сделать.
Вы уже придумали, что будет? Я придумала, потому что он уже близко, а на один еще не очень. А мы не можем сказать, кем вы будете в следующее воскресенье? Нет. Это тайна. Я даже вообще никому еще не говорю. Так, вот смотрите, с артистами, которые участвовали в телевизионном, да, таком шоу, с ними работали, большая команда работала, им продумывали костюмы, им делали сумасшедший грим, что, в принципе, людей узнать невозможно было. Как у вас, кто вам помогает? Кто вам помогает готовиться, выбирать? Перевоплощаться. Ну, это все работники районного центра культуры, очень талантливые. У нас, скажем так, есть и визажисты, и гримеры, и костюмеры, и постановщики, все, у всех свой талант. То есть большая творческая команда, молодцы, они вообще очень хорошо они этим занимаются. Все, я не знаю, может быть, можно для зрителей сказать, чтобы вот они зашли в интернет и посмотрели наш проект. То есть на фотографиях или на видео там видео можно? Есть видео, есть фотографии. Увидеть. И у нас в этом проекте даже женщина, которая очень увлеченная, возможно, вы знакомы с ней. Возможно. Тамара, не помню фамилию. Если говорить Цители, то мы что-то слышали. Да. Не совсем. Да. Она приехала из Гродненской области к нам для участия в этом проекте. Именно для участия в проекте. Слушайте, ничего себе. А, ребята, а вы видели на сцене Галину Николаевну в образе Мэри Поппинс? Конечно, мы за нее болели. Мы очень переживали за нее. Ну как, похоже было? Очень похоже. Вы же не могли сказать иначе сейчас, правильно? Ну да. Что я и так похожа без образа на Мэри Поппинс. Вы похожи. А участвуют дети в подготовке номеров? Проекта? Да, да. Ну нет, вообще это взрослый проект. Там даже как бы была такая критерий, по-моему, 14+. Но в этот раз немножко понизили, потому что в моем номере должны были быть дети танцевать. Поэтому вот как бы разрешили 12+. А сколько всего? Это, получается, работники культуры, да? Вот те, кто работают именно участники? В сфере культуры. Да. Нет, участники? Нет. Это все же жители, желающие все. Даже те, которые не связаны, которые и петь могут не уметь, например. Ну, я к примеру говорю. Но кто желает поучаствовать, вот они приходят, им помогают. Определенные номера им могут предложить, они могут сами выбрать номер, могут им предложить номер. Но они, опять же, все равно окончательное решение принимает участник, поэтому они... Ну, вот любой желающий. А можете вы прийти поучаствовать? Ваня, пойдем? В Мэри Поппинс я не готов перевоплотиться. Не обязательно. А ради чего участие? Что по итогу? По итогу. Понятно, что вас и так серьезно знает. А теперь вас за глаза называют... Еще интернет-аудитория добавилась. Теперь интернет-аудитория, конечно. Вы хотите сказать, ради чего все это? Да, если да, какой-то я всегда ищу или что-то материальное, да, какую-то выгоду. Скажем так, по выходу, конечно, это же какой-то будет награда победителю, награда всем участникам обязательно. Ну, по-моему, там сертификаты денежные. Призы, сертификаты, ну хорошо. И обязательно у нас ведь статуэтка. Ну, какой-то определенный местный Оскар, да, определенный местный Оскар, но вообще, как я для себя, конечно, ведь все это делается не ради какой-то награды потом, ты же об этом не думаешь, что будет потом, просто вот для участия очень нравится людям, очень нравится, как люди принимают, самому нравится адреналин и вообще подготовка, это же... Ну и, наверное, творческая профессия, она же подразумевает желание показать себя людям, проявить себя, да? Как вам сказать? Был период, когда я не очень хотела это делать, а сейчас мне захотелось поучаствовать. Конечно, творческие проявления хочется куда-то применить, поэтому иногда и участие в проекте, и работа, все. Хорошо, когда есть возможность, где показать, что показать. Да, у нас очень много проектов, очень много. И очень интересных. Помимо «Точь-в-точь», можете еще что-нибудь такое? Что реально заинтриговало? Могу, конечно. Может быть, есть еще что-то такое? У нас уже стало тоже традиционное. Это дискотека 90-х. Каждые 3 месяца проходят. Очень готовятся все. Очень много солистов у нас в районе. И все готовят номера тех лет. 90-х, 80-х. И ведущие, все сделано, интерьер весь как вот в то время. То есть вы стилизируете полностью сцену, зал как-то, да? Не я, конечно, а работники. Коллектив ваш, да?
Да, вот это тоже как проект, я считаю. «Второе дыхание» был проект песенный. Но он был, ну, может быть, несколько лет назад, тоже там было несколько туров. В одном из них я тоже принимала участие. Но мне кажется, это было очень давно почему-то. А «Второе дыхание», то есть это какие-то старые песни забыли? Не обязательно старые. Там, опять же, например, был «Романсы». Нужно было петь «Романсы». Например, было, я уже сейчас не вспомню, старые, да, какие-то старые песни. Ну вот, то есть тоже какие-то рамки были. Угу. Ну, то есть вы ищете интересные решения, в том числе, я думаю, не каждое, может быть, учреждение культуры может похвастаться каким-то юмористическим музыкальным шоу. Ну, вот я вам скажу словами той женщины, которая к нам приехала из Гродненской области. Она, когда искала, где она может принять участие, и она сказала, ну, нам это было приятно, что это единственный такой проект точь-в-точь именно в Белоруссии. В Беларуси. Причем, что у нас же не очень большой городской поселок. Ну, то есть он имеет место быть и очень всем нравится. Что ж, я желаю вам новых хороших проектов, интересных. Спасибо. С удовольствием будем ждать вас вместе с ними в нашей студии. Может быть, увидим вас все-таки в образе каком-то необычном. Может быть, даже и не узнаем. Успехов вам. Я вам секрет можно открою? Маленький. Можно, давайте. Я не скажу, кто, но... скажем так, форма одежды у меня вот одета та почти, как я буду принимать участие во втором туре. То есть все жители Грозного, которые сейчас смотрят на вас, могут подумать и быть заинтригованы, кем же будет. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо. Ну а мы передаем слово Александру Каринману. Всем привет, это «Поводик телек», и меня зовут Саша Каринман. Моя работа – ходить по городу и приставать к людям с разными вопросами. И сегодня мне хотелось бы узнать, вот если бы у человека была возможность выбрать любую профессию на земле, что бы он выбрал? Пойдемте. Представьте, если бы вам довелось выбрать работу своей мечты, вот любую работу. Что бы это было? Я мамой. Я мамой. Работа мамой. Я хочу быть с мамой, да? Кем бы ты был? Не знаю, честно говорю, не знаю. Вот представь, вообще все, что хочешь, любая должность. Директором каких-то. Чего? Какого-нибудь большого предприятия. Что производит предприятие? Какие-нибудь полезные... Какие-то полезности. Вот. Понимаешь, тебе, чтобы добиться того, чего ты хочешь, нужно знать, чего ты хочешь. Понимаешь? А я еще не знаю. Вот. Ну, интересно просто, кто-то хочет быть большим директором, но а чего не знает. Кто-то... Как мне кажется, вот просто так гадать без пробы, ну, наверное, не совсем правильно. Потому что наверняка есть люди такие, которым... кажется, что будет интересно работать с каким-нибудь заведующим, не заведующим, а там заведующим. Директором какого-нибудь национального там парка, где-нибудь там, не знаю, на пляже, на каком-нибудь острове, а когда там появляется... На деле? На самом деле это не так. На самом деле там его работа мечты, это, ну, я не знаю, водитель-дальнобойщик. Да, ну, там будет счастлив. Поэтому сложно. У вас есть какая-то уже мысль, куда бы вообще хотелось бы попробовать? Пока сперочку? Только территориально. Где? Я хочу теплые места. С кем бы вы хотели работать? Заведующий столовой, как и работала раньше. Ух вы, хорошего дня, спасибо. Вы, то есть, вам повезло, да? Ну, как в какой-то, да, мере, да. ИП. ИП, хорошая работа, спасибо большое. Хорошо. Ну, я даже не знаю, наверное, ну, на той профессии, на которой я учусь, дизайнером. На дизайнера? А может быть, дизайнер в какой-то крутой фирме? Ну, ясное дело, что да, какой-нибудь по играм. По играм? С компьютерными играми? Да. Прикольно. Ну, наверное, я училась когда-то на педагога, а вот не сложилась судьба. То есть вы бы работали в школе? Конечно, с детьми. Просто хочется поближе к детям? Конечно. Представьте, что у вас появилась возможность выбрать любую профессию на всей планете Земля. Любую вообще. Быть кем угодно. Кем угодно. Кем бы вы были? Мамой. Где бы я хотел работать, спросите вы. Ну, хотел ли я вообще работать? Вот в чем вопрос. Думаю, нет. На сегодня все. Пока. А мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые создают культурную жизнь в небольшом, очень уютном городке Лиозна. И наша гостья делает это много лет с удовольствием. Уже была она у нас в гостях на вечернем Витебске со своим коллективом «Медуница», человек года Витебщины. Обладательница уникального голоса, хранитель наследия Лёзненского края Анна Федоровна Макроусова у нас сегодня в гостях. И вместе с ней пришли ее артисты из коллектива «Вера Тенца». Добрый вечер. Добрый. Анна Федоровна, вы к нам приходили с «Медуницей», со взрослым. Расскажите про «Вера Тенца», про
детский ваш коллектив, как он появился, и связаны ли они как-то между собой? Конечно, мы пытаемся даже некоторые номера делать вместе. А как он появился? Ну, наверное, мне показалось, что вот душе моей показалось этого мало. Мало в медунице, да? Да, мало. Мне хотелось, чтобы и хочется до сих пор, чтобы после медуницы остались дети, которые действительно крынались и душой, и сердцем до Матулиной песни, до Матулиных танцев. Вот, наверное, так и пришло. Ну, хотелось чего-то новенького. Хотелось новенького. Изначально мы учились изначально танцы. Наши местные танцы с детками. Это было... Они сейчас ученики 7 класса, а к ним я пришла в 3-й. Это 1 класс. В 3-м классе я к ним пришла, и мы попробовали танцевать. Потом мне показалось тоже этого мало, что-то мне хотелось разнообразить, и я решила попробовать на ложках. И вот им это понравилось. Вот так, наверное, и возникло. К ложкарям, естественно, тоже маловато. Танцы танцуют медуница. Ну и хотелось, чтобы, конечно, и молодежь. Красиво, когда, во-первых, красиво на сцене, когда выходит молодежь и танцует, да, танцы. А еще хотелось, чтобы... Ведь фольклор – это душа. И вот в течение этого времени мне хотелось, чтобы и появились у нас танцы в исполнении молодых учеников. Может быть, они повзрослеют, тоже будут ходить к нам. Вот так и появился 2 в 1. Угу. Это танцевальный коллектив фольклорных танцев и ложкари инструментальный. Хороший такой микс получился. Давайте у ребят спросим, народные танцы, чем вам интересно сегодня? Все-таки, может быть, молодежные какие-то, уличные, да, танцуют? Более современное что-то, да? А тут именно фольклорные, такие, которые танцевали у вас в Лиозном, ну, там, века назад. Даша, наверное, скажет. Ну, у меня в коллективе «Медуница» был мой дедушка, и, наверное, любовь к народным танцам передалась мне по наследству. То есть у вас преемственность поколений даже да, есть. Да, да. Борис, дед Борис. Вы ходили, наверное, на выступление дедушки, да? Какие у вас были тогда впечатления? Думали ли вы, что я тоже так хочу, как дедушка, выступать? Конечно, хотелось. Ну, это все очень нравилось. И захотелось продолжить его путь. Угу. А у ребят какая была история, как они попали в коллектив? Ну, у меня бабушка с дедушкой были активны в деревне, но они жили в деревне. Были активны, почти на всех праздниках были, выступали. Но я, как сказать, продолжаю их путь. И вы с ними выступали, когда вы вместе? Нет, но я приходил на их концерты, смотрел. Угу. Хорошо, а другие ребята? Ну, Максим. У меня есть, и сейчас живет бабушка. Она очень хорошо поет, особенно на всяких праздниках. Мой день рождения, Новый год. Она просто душа компании. Скажи, пожалуйста, а бабушка поет те песни, которые ты хочешь слышать на свой день рождения? Ну, какие-то современные, или все-таки речь идет о народных? Нет, речь идет о народных. О народных. Хорошо. А вот ложки я вижу у вас в руках. Вот скажи, ты не мечтала, например, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте другом, не ложках, ну просто в какой-то момент, ну вот, они у тебя оказались в руках? Когда-то раньше я мечтала играть на пианино. Но мне понравились ложки. Мне понравилось на них играть. Мне очень понравилось это занятие, ну и, наверное, потому что у нас все в коллективе очень дружные, все слажено, все мои одноклассники. Вообще, это сложно играть на них? Сначала было очень сложно, но потом стало легко. Могу я у тебя попросить твои ложки? Конечно. Мастер-класс для Ивана, он очень любит это дело. Объясни мне, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы хотя бы звук издать вот на такой похожий? Нужно положить вот так палец, да, вот так вот. Так? Ну, только немного ниже. Ниже. Так, вот попробуйте постучать по руке. Вот так? Да, примерно так. Все. Так это просто. Ваня, ты можешь выступить сегодня вместе с ребятами. Попадать в музыку. А сколько вообще вы произведений знаете и сколько вы можете, спасибо, сыграть на ложках? Отхлопать так ритмично. Отхлопать, да, на ложках. Мы знаем много произведений, например, «Черный ворон», «Бабулек», «Кадриль». «Барыня». «Барыня», мы сейчас вот изучаем как раз. Вот. Также. Скажите, а когда... Анна Федоровна не видит. Вы на ложках пробуете что-нибудь
ну и современной музыки играть? Нет, не пробуем. Нет, все-таки ложки — это святое, хорошо. А я хочу спросить, Иоанна Федоровна, как вам удается детей, молодежь так заинтересовать нашим наследием, вот именно исторически сложившимися какими-то традициями, танцами, песнями, инструментами? В чем секрет ваш? Вы знаете что? Сейчас я работаю в Доме фольклора, и мы его обустроили под деревенскую хатку, под домик. Туда приходишь, и там такая аура, такая обстановка, что, понимаете, так и хочется послушать песни народные, покачать люльку. Они любят очень качать люльку. Я им рассказываю, что вот когда-то я, даже ихные, может быть, родители, тоже катались вот такой люльке, люлялись, и песни им пели их мамы. И, наверное, то, что, вот, мало того, обстановка, мы любим слушать народную музыку. Они приходят иногда на занятия медуницы. И вот это оно, они видят это, но я думаю, что они просто забывают про то, что есть что-то более современная музыка. Они один перед одним, они нарабатывают технику ударов. Они приходят и начинают работать над техникой. Угу. Просто вот на тех моментах формы-то разных ударов бывает, да? И вот они отрабатывают это. Ну, вот, наверное, так. Большой душой. Да, мы устраиваем чаепитие. Ну, как дома. Вы приезжайте к нам. Вам очень понравится. Я думаю, такое предложение нельзя оставить без внимания. Да. Расскажите, какой танец сегодня мы увидим в студии вместе и с ложками, и с, даже с песней? Что вы сегодня будете танцевать? Адаминская кадрилья. Это кадрилья, кадрилья. Кстати, вот Борис, дедушка Дашин, тоже танцевал. Его сейчас, к сожалению, нету. Вот, царство ему небесное. Он тоже танцевал эту кадриль. Этой кадрили много-много лет. Мы ее возобновили, наверное, лет уже 25, так как возобновили ее. И танцуют, с удовольствием танцуют и дети, с удовольствием танцуют и взрослые. Ну и много-много танцев мы танцуем. Какие интересные танцы. Кокетка, почарда, шматлет. И мы все стараемся с ложками озвучивать. У нас же еще и гармошка, и баян, две гармошки. У нас еще есть на стиральной доске играем, у нас три щетки, у нас бубен. Я всего... представляю, если к вам заехать в гости, какое-то можно устроить веселье у вас. А этот танец танцевали просто для веселья или у него какое-то значение было? Как-то нет, он... это на вечерках танцеваешь. На вечеринках. Так у нас казали так. Пойдем на вечеринку. Ну, а там и танчили. Это танец. На вечеринку. На вечеринку. Ну, давайте вечеринку тогда сейчас прямо устроим у нас в студии. Ребята сейчас нам покажут адамовское, да? Адаминская. Адаминская. Адаминская кадриль. Смотрите, приезжайте в гости, берите мастер-класс и веселитесь в Лиозно. Ну, а мы прощаемся с вами, желаем вам хороших выходных и до встречи в понедельник в телекафе «Вечерний Витебск». Ну, а если вдруг по счастливой случайности вы сейчас находитесь на кухне и у вас есть возможность взять ложки и повторять все то, что вы будете видеть на экранах, то вперед и удачи вам. Вера Тенца, фольклорный коллектив Лёзненского районного центра культуры. Всем нескучного вечера, нескучных выходных. Пока. Адаминская кадрыля, колено першее, провитальное. Thank you.
Дети сумасшедшие! Thank you.